День третьей годовщины революции в Египте закончился массовыми беспорядками. Сторонники запрещенной в стране партии «Братья-мусульмане» попытались организовать в городе массовое шествие. Полицейские демонстрантов разогнали слезоточивым газом и водометами, получив в ответ шквал камней и бутылок. 24 человека, по последним данным, погибли. Еще трое стали жертвами беспорядков в других городах страны. Противники экс-президента Египта тоже выразили свое мнение, собравшись на знаменитой площади Тахрир. Сейчас там находится порядка 10 тысяч человек. Армия и полиция приведены в состояние повышенной готовности.